Вячеслав Оркин – человек разносторонний и заслуженный врач России, много лет возглавлявший травматологическое отделение Видновской районной клинической больницы. При этом член Союза писателей, поэт и автор нескольких сборников стихов. В рамках проекта «Детская история» он встретился с учениками второй школы и рассказал о своей любимой книге детства – «Сказки о мальчишке-бальчише» Аркадия Гайдара. Показать детям – это наше прошлое. Большего не надо ничего, они сами разберутся со временем. Но то, что мы объективно показываем то, что пережила наша страна, я считаю, что это самое главное. Вячеслав Александрович поведал школьникам о своих впечатлениях после первого прочтения сказки. Поделился размышлениями о понятиях чести, доблести и предательства. Также ребятам показали советский мультфильм по произведению Гайдара, после чего состоялось обсуждение. Вячеслав Оркин, по-моему, пятый гость вот этого проекта. И каждый проект по-своему интересен. И оставляет, ну, такой отклик и во взрослых сердцах, и в детских. И я надеюсь, что будет жить детская история. Беседуя с детьми на тему войн 20-го столетия, поделился поэт и своими стихами. Большую часть творчества Вячеслава Александровича занимает военная тематика. И это неудивительно, ведь он родился в конце 40-х годов, когда все буквально дышало войной. Восстановление страны поэт видел своими глазами и переводил переживания на бумагу. Кстати, совсем недавно вышел его новый сборник «Избранная лирика». По словам Вячеслава Оркина, в новой книге каждый читатель может найти что-то близкое для себя. В сборнике собраны произведения разных направлений. Там разделы и пробежка, историческая пробежка, моя жизнь на пути. Вот, и касательно медицины стихи, философские некоторые размышления там есть. И такие веселые стихи, в задорном стихе такой раздел есть. Именно о поэтах, поэзии. А проект «Детская история» продолжается. Впереди школьников ждут встречи с другими интересными людьми и обсуждения важных тем. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.